Заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против турецкого Халкбанка выпал для казанского «Зенита» на 27 февраля. Клуб в очередной раз порадовал всех болельщиков уникальной предматчевой программой, посвященной 23 февраля и Дню защитника Отечества. Бесплатная полевая кухня для всех пришедших и оркестр для поднятия настроения, профессиональная фотозона в стиле милитари, возможность сдать нормы ГТО и бесплатно же постричься, например, в армейском стиле под ноль. Для детей отдельная тематическая зона с аниматорами, а для их родителей возможность принять участие в чемпионате по скоростной чистке картошки. А уже после матча всех болельщиков ждала фото- и автограф-сессия с настоящим десантником Никитой Алексеевым. На площадке же, помимо очаровательных девушек из группы поддержки, зрителей ожидало выступление специально приглашенных танцевальных коллективов. И, конечно же, игра самого престижного клубного турнира Старого Света. Хотя для казанского «Зенита», уже оформившего победу в группе, этот матч не имел турнирного значения. Посему Владимир Олекно выпустил на площадку нестандартные игровые сочетания. Нгапет Спиридонов, Самойленко Лихошерстов, Лоран Олекно, Мэтью Андерсон на позиции диагонального и Алексей Вербов в роли либера. Справляется, это ж стоит вопрос работы, скажем, там, в национальной своей команде. Да и, наверное, в мире не в тройку, а в пятерку точно лучше в диагонали. Поэтому эта работа ему знакома, но не так достаточно работаем над этим, как систему эту какую-то сделать. Используем, как будет, как у нас запасной какой-то вариант. Yes, it's sure is advantage for us, but the other player also is good player. Не так часто выходящий в составе Алексей Спиридонов явно соскучился по игре, зажигательно проведя весь матч, набрав 12 очков. Именно он стал главным героем первого сета, набрав 7 очков, зенитовцы показали 69% в атаке. Здорово принимали и хорошо блокировали, без проблем выиграв первый сет 25-14. Так игра стала, значит, связующий вел игру, чтобы там задействовать других нападающих, правильно, поэтому это волейбол – командный вид спорта, правильно. Зюба тоже не может 50 голов как Месси забить за сезон. Difficult for us play with a strong server. And Kazan have strong center, we are not habituated to this quick ball. Во второй партии у Халкбанка вышел пасовать экс-железнодорожник Арслан Экши. И это позволило гостям повести 9-13. В этот момент разбушевались казанские центральные, здорово выполнявшие свои защитные функции, плюс колотившие мячи первым темпом. А вот у турецкой команды слабо сыграл экс-петербуржец Дражин Лубурич 25-22. Сэм добавляет в этом. Я доволен Лихошерстовым Вадимом. У него, что он в этом элементе сегодня сыграл, и получается, за него рад тоже. Третий сет вышел еще более упорным, а казанцы были вынуждены вновь догонять соперника. Зенитовцы все-таки уступали в концовке 20-22. Но явно не хотел затягивать встречу Мэтью Андерсон, который провел не лучший матч в диагонали, допустив 12 ошибок. Но при этом забил все важнейшие мячи в концовке, набрал 16 очков, став самым результативным игроком матча. А заодно выиграл третий сет 28-26, а вместе с ним и матч 3-0. Как я могу быть недоволен? Выиграли 3-0 для турнирной таблицы. Ничего не имело значения для нас. Тот эликсир, который помогает побеждать, это, еще раз говорю, желание, настрой. Мы его выполнили сегодня, победили. Как могу быть недоволен? We increase our level during the match. Second we stay very close of the point. And also the third for me is good. Obviously, Champions League is not our target for this year. A lot of team with big players. And it's difficult for us. Six good players, but only six good players. Всем мира от Спира. Ну, во-первых, я доволен результатом своей игрой. Ну, в принципе, удовлетворен, да, поэтому, ну, рад, что поиграл. Конечно, любому игроку дает время поиграть и приносит свои плоды, результат. It's really different level of volleyball. It's obvious that they are above us. We try to do our best, but we didn't make to play as good as we play in Ankara, you know, in some moments. We have to say goodbye to Champions League and to continue in Turkish. Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов состоится 1 марта в Люксембурге. Казанцы попали в первую корзину вместе с Санкт-Петербургским «Зенитом» и итальянскими «Перуджи» и «Любе Чевитановой». Потенциальными соперниками этой четверки станет кто-то из квартета «Динамо Москва», «Шамон Франция», а также польские «Скра» и «Гданьск».
Своего соперника казанцы узнают, когда сами будут находиться в Сургуте, где 2 марта состоится очередное газовое дерби против «Газпром-Югры». Ты подписался. А ты подписался. А ты подпишись на ZTV. Всем мира от мира.